Игроки «Шахтера» вместе со своим наставником Мирчей Луческу подарили семье, в которой воспитывают 8 ребят, дом. Приобрели недвижимость за собственные средства. На открытии детского дома семейного типа побывал Александр Наумов. У Евгения и Елены Рудых 8 детей. Воспитав двух старших, 19-летнюю дочь и 22-летнего сына, супруги забрали из интернатов еще 6 малышей. Я вырос, у нас тоже была многодетная семья, мама, мать героиня, нас было 5. Вот. Поэтому, ну как бы нам не привыкать. Раньше эта семья жила в бараке на окраине Донецка. Теперь в уютном 2-этажном доме, расположенном недалеко от детского сада и школы. Купили его игроки «Шахтера» вместе со своим наставником Мирчей Луческу. Достроить дом помог Фонд развития Украины. Это уже 36-й детский дом семейного типа, который мы поддержали, открыли. Это стало возможно благодаря работе фонда и его партнеров. Это наша задача, как и в футболе, становится максимально добиваться. Здесь, я думаю, мы тоже ставим самые высокие задачи и помогать как можно больше семьям. В доме есть все необходимое: мебель, стиральные машинки, телевизоры, холодильники и даже игрушки. Дети, конечно, буквально просто обо всем восторгаются. Мама, тепленький полик, красивенький то, красивенькое это, и новенькое все. И, конечно, восхищению нет предела. Игрушки, и кровать нравится. Постели, матрасы, игрушки. После переезда в новый дом в семье Рудых ожидают пополнения. Супруги планируют усыновить еще несколько детей. И человек мечтал о том, Александр Наумов, Владимир Конопля, специально для телеканала «Донбасс».